Сегодня у нас 21 июля 2016 года. Это мы находимся в Барабаши. О, здесь, вот здесь они шкурят. Нестор. Лопаткой. Ну что, Нестор, получается у тебя что? Да. Тут только и... Рёма тоже трудится. Привезли продукты к ним. Сейчас пойдем разгружать. Они покуда ушли-то, Ерема? А? Покуда пошли-то? Там, где сели. Вот какая лыва. Дожди идут постоянно, каждый день. Тут уже такая лужа образовалась. Возле коровника. Тут столько сена. Прошлогодние лежат. Господь в изобилии дает благ своих, слава Богу. Вот, и так как лагерь наш закрытый, мы ребят расформировали по разным деревенским домам. То есть в гостях сейчас они находятся, тут трудятся, питаются, отдыхают. Вот я продукты привез. Вот это у Игоря тут техника стоит различная. Новая, старая. Все везде грязь. Это у него были старые постройки. Будет новые строить. Уже падали. Вот это, стой, Михаил. Надо эти железку немножко отодвинуть и проехать сюда. Железки? Да, к колесу надо проехать. Чуть-чуть отодвиньте в сторону, все. Далеко не вытаскайте так. О, все, Егор, загружайся. И поехали. Сейчас мы разгрузим, я их обратно отпущу. Только аккуратнее объезжайте, чтобы не это. О. Вот напротив крылечки останавливайтесь и туда таскаете сейчас. Все, хватит. Все, опускай вниз. То есть принес два матраса и две подушки вам. И две крыленки. То есть для тех, кто на полу спит. А у нас есть все. Кто-то дома есть? Да. Позовите Елену Анатольевну. Нет, нету. Нету, да? Дядя Игорь? Его там нету. Нету. Его там нету. Нету, да? Ну давайте на крылечко все сюда. Один, мама, ты сумки это отодвинь. Ну, нету. Егор, сумки вон туда в угол загони, вот эти свои. А это все сюда составим сейчас, все эти продукты. Вот они, это мои. Вот это я принес, да. Но они же все на не были. А таблетки? Таблетки еще нет, я еще не смотрел. Они выглядят этих ночью, да? Нет, нет, я говорю, ты в угол загони их вон туда, в угол, да. Ты вот. Уверен, что их нету? Все, 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 ставь, ставь, хоть, время идет. Все, на. Можешь одеть их. Все, вот эти башмаки поправьте все. Они уехали. Вот сюда продукты сложим сейчас. Видишь, машины нету. В сторону отодвинь их, Егор. Ну и что, может, ты один уехал? Вот нет. Сюда вот все. Ты откуда знаешь? Я видел. Не. Михаил, ты наоборот вот сюда все убери, а туда в угол все продукты составим сейчас. Тапочки вот эти, галоши все уберите тоже. Егор, вон те тапочки убери в сторону тоже. Вот эти, да. О. Все, начинай, что под силу тебе. Матрасы пока, подушки, это отдельно. Вот сюда можно их. Вот. На пол-то их нельзя, они чистые. Давай вот сюда складывай. Все. И вот сюда вот на приступок. Только аккуратно, чтобы цветы не пометить тут только. А кеды тоже там? Кеды не знаю. Нет, кеды я не притаскиваю, не знаю даже где-нибудь я. Осторожно, цветы только не помни. А то нет, сломаешь их. Немножко неправильно сделал. Надо, ну ладно, вот так. Оп, держи. Все.
Вот так вот. Во. А это? А ты вот так перекидывай, как есть. Вот. Все. Это уже не наш? Это продукты. Это сейчас в угол ставь. Вот тут это, на пол. Где я тебе говорил сейчас. Ага. По двум, если тяжело. По двое, вернее. Ну так, тут по ведру всего. Немного. Вот сюда, Егор, Егор, Егор. Вот сюда, вот в этот угол. Не-не, куда ты? Не-не, ты меня не понял. Я же тебе говорю, место для чего освобождать? Вот сюда. Складывайте. И потом, кто приедет, там Игорь или Елена Анатольевна, Игорь Александрович, и скажете, что продукты здесь. Они там сами унесут куда надо. И там это, открой вот этот черный пакет, Егор. Черный пакет открой. Надо мыльно-рыльные свои, посмотрите. Если там нету ничего, я заберу их сейчас. Чего? Мыльно-рыльные. Ну, то есть, щетки зубные, паста, мыло. Какие ваши там есть? Да вот сюда, на телегу, вываливай. Тебе лучше будет видно. Ну. Моя. Вываливай прямо, увидишь. Какие у вас там? Во, все, смотрите. Тут дожди шли, она заморалась. Это вывали тоже мешочек. Давай, смотри здесь. Нет, я все. Все, да? У тебя нету, Егор, тут? Нет. А, нет. Еще. Ну, мыло куда-то пропало. Теперь все. Ну, надо, значит, это смотреть в лагере еще. Угу. Все тогда. Не, раньше до этого пропало. Я смотрел там. А-а-а. Ну, значит, где-то положил кто-то или ты, может, куда сам положил. Нет, ну, у меня я все там лежало. Ага, ну все, Михаил, все. Клань, положи там, чтобы тебе забрать потом, и все. Сложите. Ну, сложи, ну. Ну, так, слава богу, за все.